Во время своего визита в Димитровград Сергей Морозов посетил строительную площадку Центра медицинской радиологии. Здесь глава региона обсудил ряд вопросов, связанных с обеспечением жильем участников ядерно-инновационного кластера. Вместе с губернатором Ульяновской области на Димитровградскую стройку века приехал депутат Государственной думы Валерий Язев. Высокопоставленным гостям показали и рассказали о темпах работы, сроках сдачи объекта и направлениях деятельности. По диагностике и лечению, как все в одном месте. Как построены лучшие центры европейские мировые. И зашел человек, поверили по всем направлениям, мы начали комплексное лечение, сделали, реабилитировали, отправили домой. И все это часто занимает неделю максимум. Поэтому высокие пропускные способности.